Языческий праздник народа Мари вдохновляет художников со всей России. Темой всероссийского пленэра, который в эти дни проходит в Мариэл, стал древний земледельческий праздник Агавайрем. Творцы знакомятся с особенностями марийской культуры и традиционной марийской религии в Новотарьяльском районе республики, дабы уже этой осенью представить работы в Национальной художественной галерее в Йошкар-Оле. Холст, кисть, краски и, конечно, вдохновение. Главное – на пути к изобразительному искусству. Василий Павлочев на пленэр приехал из Волгограда. Считает, что настоящий профессионал должен уметь рисовать все. Но у каждого есть свои пристрастия. Я стараюсь писать сюжетные какие-то произведения, именно сюжетные. Ну, может быть, не многофигурные, но две фигуры. Ну и все эти картины стараюсь наполнить смыслом. Город очень понравился. Правда, немножко был в недоумении, когда увидел тут Амстердам, когда увидел скульптуры, которые не относятся ни к культуре Марийской Республики абсолютно. Но как-то вот, вы знаете, сегодня я подумал, ну пройдет лет через 10, вот лет через 10, когда все это вот... Все привыкнут к этому, все это покроется патиной времени. Наверное, все будет естественно восприниматься, как приобщение к мировой, может быть, культуре. Всего же пленэр объединил 15 профессиональных художников из 10 республик России – Чувашской, Кировской, Нижегородской, Владимирской и других. Каждого участника познакомят с особенностями марийской культуры. Художники будут проживать в Новотарьяльском районе и писать живописные произведения, используя этнический материал. Для вдохновения и большего энтузиазма примут участие в празднике Агавайрем в деревне Немда-Абалыш. Это древний национальный праздник, завершающий весенний цикл обрядов народа Мари. Пленэр будет проходить в Новом Тарьяле. Там уже места, мастерские приготовлены, материалы приготовлены. Они съездят, посмотрят службу жертвоприношения в Чумбула, съездят, это в Кировскую область. Потом в понедельник это будет священная роща Нового Тарьяла, там недалеко. Там они побудут, сделают, познакомятся. Их будут сопровождать сотрудники Музей изобразительных искусств. Всероссийский пленэр «Мариэл. Земля предков. Традиции. Современность» проходит в рамках федеральной целевой программы «Культура России» уже в третий раз. При поддержке Федерального министерства культуры и регионального. По условиям конкурса каждый участник должен передать в фонд музея не менее 3 работ. Выставка пройдет в Национальной художественной галерее осенью 2016 года. Сам же пленэр продлится до 30 июня.